Здравствуйте, дорогие зрители! Это лунный гороскоп на 17 января 2024 года. Давайте узнаем, что этот день может привнести в нашу с вами жизнь. В седьмой лунный день организм продолжает пополняться энергией. Сегодня можно буквально свернуть горы, поэтому пора переходить к активным действиям. В этот день природа очень чутко откликается на каждое, даже случайно произнесенное вслух слово. А потому не следует попусту болтать. И вообще, надо быть очень осторожными со словами. Все, сказанное вслух, может притвориться в жизнь. Влияние седьмого лунного дня. В этот день энергия и жизненная активность должны быть использованы на благо себе и окружающих. Большой успех предвещает во всем, что связано с борьбой за справедливость, и в делах, в которых соблюдаются благородство, великодушие и справедливость. Бизнес и деньги. В седьмой лунный день предпочтительно общаться с высокопоставленными чиновниками. Все проблемы решатся благополучно. Это очень благоприятное время для проведения переговоров, собеседований, конференций и рекламных кампаний, то есть для тех дел, которые связаны с силой и энергией слов. Если же вы не умеете работать со словом, то лучше помолчать. Отношения. Постарайтесь в этот день говорить больше хороших слов и пожеланий себе и близким, а лгать и хитрить не надо. Неправда сегодня обладает большой разрушительной силой. Брак. Этот день лунного месяца вполне благоприятен для заключения брака и создания семьи. Брачный союз, заключенный в седьмой лунный день, будет основан на взаимном уважении супругов и сходстве интересов. Здоровье. В этот день особенно уязвима дыхательная система. Стоит опасаться таких заболеваний, как бронхит, пневмония, ангина. Течение этих болезней будет проходить очень тяжело. Удачными в седьмой лунный день будут хирургические операции, но этот день неблагоприятен для стоматологического вмешательства. В седьмой лунный день нельзя есть куриное мясо и яйца. Рекомендации и предупреждения. Седьмой лунный день активный и удачный для всех. Хорош для новых приобретений. Большой успех предвещается во всем, что связано с борьбой за справедливость, и в делах, в которых соблюдается благородство и великодушие. Крайне опасно в седьмой лунный день обманывать и лукавить. Ложь в этот день обладает большой разрушительной силой. Все, сказанное вслух, может притвориться в жизнь. Нельзя есть куриное мясо и яйца, бить посуду, рвать бумагу, книги и письма. Если приснился боевой петух, то это знак возможной близкой беды для человека или его близких. Дорогие зрители, вне зависимости от лунного гороскопа, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и удачи. Пусть ваша душа всегда поет. Улыбайтесь и дарите своим близким любовь, тепло и уют. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими близкими. Ну и также не забывайте писать комментарии. Мне будет очень интересно и приятны ваши слова. Всем до свидания и всем хорошего дня!